В автомашинах управления патрульной службы милиции установлены GPS и видеорегистраторы. Более 100 патрульных автомашинах управления патрульной службы милиции столицы установлены GPS и видеорегистраторы, которые способны бесперерывно снимать в течение рабочего времени. GPS и видеорегистраторы подключены к системе глобального позиционирования. Сотрудники ситуационного центра наблюдают на мониторе за общей картиной, где сейчас находится тот или иной патрульный автомобиль, чем заняты сотрудники в салоне автомобиля. Также видеорегистратор снимает снаружи, спереди и сзади транспортного средства. Установленный GPS и видеорегистратор может использоваться как элемент контроля, позволяя проследить работу отдельно взятого наряду за смену, фиксируя информацию о маршруте машины, скорости, остановках и так далее.